народная артистка РСФСР Валентина Талызина раскрыла причину, по которой ее бывшая коллега Лия Ахиджакова не проявляет сочувствия к своим соотечественникам. Пожилая актриса, которая последний год скрывалась от публичности, ранее публично выражала сожаление украинцам. Однако она не проявила никакого сожаления по отношению к жителям своей собственной страны. По мнению Талызиной, такое поведение Ахиджаковой можно объяснить ее личными чертами характера. Это очень плохой человек. Она сама приняла для себя решение, как ей жить. Я не хочу о ней говорить. Такие люди не стоят никакого внимания. После начала спецоперации Лия Ахиджакова высказала негодование по поводу действий российских властей. В прошлом году стало известно, что Главное управление МВД России по Москве проводит проверку в отношении этой артистки по статье о дискредитации вооруженных сил России. Правоохранительные органы получили обращение от активистов, которые напомнили актрисе о ее выходе на сцену с украинским флагом. Речь идет об инциденте, произошедшем во время гастролей в немецком Бремене 27 августа этого года. Сама Ахиджакова заявила в интервью российским СМИ, что флаг был передан ей провокатором, когда тот дарил ей цветы. Тем не менее, она не отказалась от своей проукраинской позиции. Уголовное дело против актрисы так и не было возбуждено.